В Богородске сегодня начали судить подрядчика, обвиняемого в краже 1,5 миллиона рублей во время проведения капитального ремонта. Работы проводились в 2013 году, тогда еще никакого фонда капремонта не было, и деньги на ремонт большей частью выделялись из бюджета, но софинансирование оказывали и сами жители, они делали целевые взносы. И вот часть этих денег, по мнению следствия, и украл подрядчик. Проводили экспертизу, вроде как на материалах он сильно сэкономил здесь. Крышу слопило делали так вот, надо делать, да? А делали их вот так вот. Значит, товар-то как ушел. Он делал еще где-то крыши, подрядчик. Вот. В одном из домов жил инженер. Он просто сам решил проверить, залез, посчитал все по сметам. Да, и из-за этого все и началось. И потом начали проверять, пригоняли к нам вышку сюда, тоже обсчитывали. Через независимые экспертизы выяснилось, что на материале тут сильно сэкономлено. Но никто же не проверяет обычно. А тут нашелся человек, который проверил все-таки все это дело. Непосредственно жители начали жаловаться, после чего было возбуждено уголовное дело. Определена сумма ущерба 1 320 000. Вину признаю. Были дополнительные работы на кровле. И пришлось эти доп. Работы, как бы денежные средства эти, пришлось перенаправить на эти доп. Работы. Увеличение кирпичной кладки было, доставка пиломатериала была как бы не учтена в смете. Собрал деньги. Еще, наверное, с госбюджета тоже денег взял, я больше чем уверен. Все, в карман ушел. Честно, надо работать. Обман. Деньги-то наши. Мы какую-то часть вкладывали. Мы вносили. Обидно, потому что жулики. Вот почему. Кстати, если подсудимого директора подрядной организации признают виновным, то его могут ждать до 10 лет лишения свободы.